Всем привет, парни! С вами Фрид. В этом ролике мы поиграли с читами за 0 рублей, за 400 рублей и за 600 рублей. Какой из самых лучших из них вы узнаете в самом конце ролика. Мы определим это, сколько я сделал кивов, но меня, конечно, это все огорчило. Ну и так далее. И каждому из читов я дам оценку. И также, если что, конфиги на все читы вы можете скачать в моем телеграм-канале, который будет по ссылочке в описании. Ну а вердикт, какой самый лучший софт, вы узнаете в самом конце. А оценки будут тоже в самом конце. Поэтому всем приятного просмотра. Обязательно ставьте лайк. И обязательно подписывайтесь на канал. Ну ладно, парни, не буду вас отвлекать. Короче, парни, как вы поняли, первый чит это будет Excellent. Он в данный момент бесплатный. Стоит он, получается, 0 рублей. А как он себя повел, вы сейчас и узнаете. Собрал я себе сет с талисманом грани. В принципе, достаточно неплохой сетик, но сама броня была без починки. Меч 5. Ну, короче, я думаю, достаточно такой, ну, средненький сет. Как этот софт сейчас себя поведет во время ПВП, вы увидите прямо сейчас. Итак, парни, я уже тэпнулся на мистический алтарь. Это, если что, новый ивент. Тэпаю свой тиммейта, это была 2 иксанка. Итак, мы начинаем искать топеров, и я вижу только 2 алмазок. Кидаю к ним перку. Ну, криво, естественно, откидываю. Кидаю еще раз. Пытаюсь к ним запрыгнуть и начинаю дропать. Он какой-то, ну, изжает новую шнягу. Это вроде, не помню, как называется, аура какая-то. Я его пытаюсь снести, ну, бля, по мне вообще жесткий урон идет. Я реально не понял, почему. Там был Незерка, ну, была Незерка и Алмазка. И тут я увидел Незера. Естественно, на него залетел. И меня начали бить 2x1. Но мой тиммейт меня все-таки вовремя хелпнул. Этих таликов круша, кстати, да. Мы начали прожимать. И они вообще как будто не проносились. Им вообще было пофиг на урон. Или это просто в Excellent'е не ушел урон. Или это просто они под какими-то жесткими таликами. Так, ну как вы видите, мы их продолжаем сносить. Тут кто-то юзает явку. Я начинаю ливать. Ну, просто посмотрите, какой урон идет по мне. Это вроде как, если я не ошибаюсь, это 2 талисмана крушителя. Достаточно жесткий талисман. Итак, я пытаюсь от них все-таки убежать. Но они меня продолжают преследовать. Пока моего тиммейта вообще дропают еще 2 талокруша. Я вообще просто в растерянности. Он говорит, что он в какой-то тропе, но я не могу понять, где это. Я начинаю просто хоть пытаться хоть что-то сделать, потому что меня жмут. 2 типа. Это 2 талисмана крушителя. Тут я вижу, что открывается ивент. Бегу к нему. Заранее хавать гапов, чтобы потеряться. Ну, естественно, залутать. Включаю чистиллер. У меня мега дико лагает. Я пытаюсь его открыть. Так, сейчас я его и открою. И он у меня тупо ничего не утает и закрывается. И тут у меня тупо вылетает наш любименький Excellent. Вообще не без понятия, что это произошло. Возможно, из-за FPS, то, что было очень куча людей. Или же, вот, я сейчас покажу ошибку, вот. Ну, короче, парни, пишите уже к читу за 400 рублей все-таки. Я думаю, он покажет себя намного лучше. Ну и так, следующий чит это у нас Вьют Клиент. Кстати, в Вьют Клиенте недавно вышло обновление, в котором вышел новый автобай и новая киочка. Так, ну что я могу вообще сказать по поводу Вилда? У меня есть своя рефералка и свой промо маленькими буковками Фрид. Вы получите 5% или 10% скидки, уже честно не помню. Вот, кстати, и автобай. Тут новые сферы распределены по уровням. То есть вы можете поставить там сферу, допустим, Андромеды 1 уровня, 2 и максимального. И он будет ловить именно, ну, по уровням. То есть если вы поставите одну Андромеду 1 уровня, он будет пытаться покупать только 1 уровня. А если вы поставите 2 и 1, то он будет их, естественно, покупать, ну, 2 этих сферы. Ну а, парни, пишите уже, проверим вилд в PvP. Надеюсь, он будет лучше, чем Excellent. Так, ну я собрал себе еще один инвентарь, только уже со сферой Андромеды. Почти тот же самый, только мечу 7 и сфера Андромеды. Пытаюсь хоть кого-то выцепить, ну, никого, естественно, пока нету, потому что это только заспавнился ивент. Быстренько делаю дабл-чарочку.
И вижу одного топера в небе. Включаю килочку, но он все-таки улетает. Я дальше продолжаю на элитрах искать хоть кого-то. Естественно, вижу одного типа и налетаю на него. И тут мне какой-то тип дает бесстрашный просто КД в эликах. Это князь. И мы начинаем с ним пехаться. Я не знаю, или я его вообще не сносил, или он тоже был под каким-то жестким таликом. Потому что по нему вообще не шел урон. И меня это немного бесило. Он от меня начинает немного отливывать. Естественно, тип был лучше, чем я. То есть у него был инвентарь лучше, чем мой. И мы начали с ним ПВП. В принципе, по нему вроде все криты шли. Удары, то есть, были. Ну, урона он, походу, не чувствовал. И просто я его даже, походу, не сносил. Явки я забыл купить. И тут я вижу, у меня мало ХП. Пытаюсь вапнуться, но тут происходит баг вилда или что. Я тупо не могу взять талик. И, наконец-то, он у меня берется. Я думал, меня сейчас, если честно, уже убьют. Я уже не знаю, что мне делать. Просто кушаю хорус. Выбираюсь. Зачем-то пью исцеление. И бафаю под себя киллерку и победку. Мне кажется, я бы также попал на него этим всем. И урон стал гораздо больше. Я откидываю перку уже просто. Ну, я вообще не знаю, что мне делать. Он кидает ее за мной. Просто я уже свапаюсь на сферу Андромеды, пытаюсь опять ему дать отпор. Но просто посмотрите, какой урон идет по мне. Мне кажется, это был талисман Нехинда, если честно. Ну или, возможно, также крушитель. Потому что их сейчас просто куча крушителей. Он меня просто дико мега сносит. Я беру Андромеду, пытаюсь хоть как-то просто выжить. Но у меня все-таки никак и не получается. По мне идет жесточайший урон. Я пытаюсь его хоть как-то убить. И вижу, что у меня скоро сломается броня. Я просто не знаю. У меня вроде была прочность 4. Сфера Андромеды не дает бафов, то есть минус бронь там. Она даже дает плюс защиту. Я вообще, я просто растерялся, я не знаю, что мне делать. Бью алмазку и случайно падаю в яму, где этот топер меня начинает так же дальше жать. И я просто не знаю, что мне делать. Пытаюсь кинуть нормально перку и просто умираю в блоках. Я вообще, парни, не знаю, возможно, я просто анскилл, но вилд вроде по килочке нормально. Возможно, просто тип оказался сильнее меня. Ну, ан, парни, это надо не расстраиваться. Погнали к следующим читам. А, к читу. Каким читам? За 600 рублей. Я надеюсь, он наконец-то хотя бы окупит мое ПВП, потому что я уже потратил достаточно. Ну, 100 рублей, то есть за Excelin 100 и за Wild 100. Ну, ан, парни, погнали дальше. Соберу сейчас примерно такой же инвентарь и пойду уже только с экспенсивом. Короче, парни, это последний софт за 600 рублей. Сейчас мы с ним сходим ПВП. Это, естественно, expensive фансет. Купить можно по ссылочке в описании, а конфиг, естественно, в моем фанпее. Сейчас мы сходим ПВПшку. Вот такой сетик я сейчас с Хиндой и Сирисом собрал. Сейчас сходим жесткую ПВПшку. Ну, естественно, как я буду на ивенте, я включусь. Короче, парни, сейчас идем на ивентик. Это метеоритный дождь. Надеюсь, Expensive покажет себя гораздо лучше. Ну а всем приятного просмотра. Так, по нему урон. Капец, по нему урон, парни. Я вам перку откину. А, на меня налетели. Меня сейчас убьют, парни. Живу. Быстрее, вижу, мне тебя. Больно, пизда, мне больно. Хелпани. Вижу тебя. Ну, это Афинка. Бля... Парни меня вообще чуть не убили. Дал. Его тип залетел. У него тиммейт аукрушил. Я его сносил. Сейчас убью его. Он чарку сейчас заел. Да, он заел чарку. Давай на Андромеду вот эту. А боже, я бы ставил, какой хил был. Боже, какой тупой. Кстати, софт. О, оберка килл. Толкруша бью. Сейчас толкруша убью или кто это? Кого толкруш ты там зовёшь? Блядь, СЦЛ. Это да, нет, это тал гармония у него что-то. Больно ему. Я тоже тут. Может, тут какая-то тварь пришла еще одна. Она да. Парни, талик! Сейчас убили! Фукру! А, нет, убили. Не фукруш. Да, я убил. Так, давайте меч его свапнем. Так, парни, за 5, короче. Это уже меня удивляет,
600 рублей есть, софт? Типа... Это expensive, сука. Пена дикая. Так, ты куда? Я, кстати... Давай, я, давай нет, дабл новый давай сделаем. Давай на дабл, давай на дабл. Да. Парни, какой же пот. Ну не, ладно, не пот, это было изи. Как я буду говорить, как крутой ютубер. Вот, вот такой ивентик. Ну уже одного типа убили, меня это радует. Вот поэтому стоит гетать экспо, а не UDX, Эллинта там и так далее. Вон, нашел. Там. Так, погнали. Капец, давай с него бафов, короче. Хотя бы раз. Подожди, Фри, давай хотя бы так, с резубцем раз выстрелим. Давай, давай. А сейчас... я хочу тоже с резубцем поиграть. Так, тут никого нет. Никого? А, нет. Вот сейчас, сейчас типа бьют. У него 8 хп. Не вижу. Бью. А, вон все за ним, да, бегут? Ну, я его соло дроп. Все. О, тут красная сфера. Это что у нас? Это Пандора или что это? Нет, Аполлона. Аполлона? Тут красные сферы меня бьют. Меня бьют красные сферы. Я вижу. Я трясусь, хочу попробовать. Санти Лама бей. Я его почти убил. Алло, он у меня пиздят. Меня сейчас убьют теперь. Все, меня сейчас убьют. Хлоп, меня сейчас убьют. Хлопую. Меня сейчас убьют. Ты живешь, у тебя 18... А, нет. Нет, какие 18? Сундуки открыты. Все, открылись? Так, да-да-да, открылись. Там-то у Круша, парни, на него вообще... Давай, я хотел... Подожди, да, я инвизку запрещу. Я думаю, еще один дабл сделать, потому что у меня когда сейчас нет. Давай, на еще один дабл и нападаем на всех. Ботинки Круша с типа этого выпили. Только это давай на дабл, например. Сейчас я возьму, короче, ботинки Круша еще. Только давай на дабл, пожалуйста. Давай, блядь, я что говорю? За тобой какой-то хуй. Это наш, чё? Сейчас, подожди, РКТ. Я на проверку возьму, на проверку. Понял. Стой на проверке. Там доп. Время проси, короче. Мы пока попахаемся. Так. Так, парни, пошлите дальше искать типов. Я тебя слышу, тупой, просто я на рек разговариваю. Там почти типа ёбнули. А, нет, подожди. Фиолетовая сфера, это что у нас? Титана, да? Я пока стоял, мне... Давай. Ну как-то прикольно, реально. Это так классно. Это так прикольно, честно. Это намного лучше, чем арбалетом вот этим. Давай, 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 на них залетаем. На кого, на кого? Вот, я... Давай на Сириса, давай на Сириса. Боже, я на канал. Талик, кому дали? Титана почти убил. Титану больно, Титану больно. Чарку дай, чарку дай. Это там, там типу, да, Талик, он пёрку откинул. Иди прямо, иди прямо. Вот он, вот он. А, нет, он... Ой, бьют, больно. Ой, так, меня вообще два типа каких-то бьют. Так, а ты где вообще? Я тебя не вижу. Я в какой-то яме упал, подожди. А, вот-вот-вот. Так вот, жмем у кого-то. А, это Толкраша вроде. Ой, Толкраша, Толкрушителя. Так, Толкраша, да. Я Сириса сейчас убью. А Сириса почти убил, Трезубцем? А, меня сейчас несут. Он опал, дал живо. Бей. Блядь, да заебали дизы! Еще трыгу кинули. А на меня почти не попали. Я уже все без трыги. Давай вот этого, давай вот этого. Да-да-да. Да, походу вспомнил. Это тот тип, который нас дожал, когда у нас были бомб сеты вроде. Так, я погнали за ним перку. Так, трезуб. Боже, это ты дал деску? Да, нет, я тебе случайно, блядь, этим трезубцем притянул. А, ты думал, вроде эффектив деску. Блядь, куда? Ну, боже, это трапка, да, его? Нет, это вроде не его. Или его. Ну, возьму. Дал явку, дал явку. Хорош. Я вообще дропну, Вижу, помогаю. Бля, главное не воду, потому что после воды вообще урон не будет идти. Все, у меня 15 хп. Это серка или победить? А, это серка. Может, дробно, давай. А нет, дай молоко запью. Талик! Перку вроде не откинул. В тропе закрылся. Молоко есть? Да, я все, я без этого. Сфера титана у меня. Он выкинул? Второго. Кого? Нет, я с кого-то залутал. Сейчас трапа пойдет, подожди.
Я все перебил. Я перепил бафы. Сносим. Я давай... Пёрку? За ним. Ага. Так вот. Где он? Где он? Прожимай. Ой! Ой, блядь! Окей. Okay. А чё я такой медленный? Нет, смотри, за нами два вот этих типа плывут. А, да? Один в Антуроне тоже? Что ли? Так, парни. А что? Откуда у меня эти ресы? Я еще. А, это мои ботинки. Откуда я сферу титана золото? На тебе две чарки. Я тебе скинул сферу титана. А, да, ты? Спасибо. Смотри, давай вот этих, вот этих. РКТ? РКТ сделал, все, парни. Идем еще. Ну, пока экспенсив меня вообще удивляет. Бля, иди, Алма, в жопу, пожалуйста. Извиняюсь. Давай вот на этого. Давай. О, он меня трапнул! Залетай, залетай! Я сейчас сдохну. Но я живу. Жми его. О, ему больно, оказывается. Давай на воду, ой, на сушу. Ко мне. Иди ко мне. Ну они ески, ну вот в чем прикол, они ески, конечно. Я вообще не могу трезубцам попасть. Прожал хорошо, ему больно. Чарку? Нет. А, меня трапнули, блядь. Да, я под серкой. Блядь, ливнул. Его не тэпнул? Бля, меня опять трапнули. Меня сейчас убьют, скорее всего. Так, победку юзаю, отрыгу юзаю. Бля, больно. Меня убьют. Меня убьют. Я живу еще. Меня убили, парни. Ну, короче, экспенсив окупил. Я думаю, это было видно. Бля, было такое потное ПВП. Ну, напали два того круша, короче. Да, левый. Короче, парни, экспенсив меня достаточно удивил, хоть мы убили там, получается, сколько? Ну, одного типа мы, получается, убили. Давайте сейчас ноурендер выключим. Ноурендер, таблица. Короче, одного типа мы убили, поэтому, я думаю, ну, экспенсив хотя бы хоть кого-то убил, мы там очень много кого сносили. Но под конец пришли эти Тау и Круша и убили одного меня, мой тиммейт ливнул. Но меня по КД трапали, блядь. Ну, как бы, парни, я думаю, вы знаете, что где-то экспенсив гораздо будет лучше, как по мне. Того же Excellent-а. Ну, Excellent пока что бесплатный. Я говорю именно, который сейчас Excellent, не который, наверное, будет в будущем. Вилд, ну, неплохо, но, блядь, меня там, конечно, зажали. Короче, Excellent-у я ставлю 0 из 10, потому что меня тупо крашнуло. Вилду ставлю, ну, я думаю, чистую четверочку он заслужил. Экспенсиву ставлю 7 звезд, потому что я хоть кого-то убил. Ну, получается, вот такие у нас оценки. И я, конечно, ну, я думаю, вы поняли, что экспенсив будет гораздо лучше. Но поэтому, если что, покупайте экспенсив по ссылочке в описании и не забудьте конфиг на моем фанпэе. Также можете купить вилд там. Ну, это уже по вашему рассмотрению. Ну, ладно, парни, всем удачи и пока. С вами был Фрид. Обязательно подпишись, если ты еще не подписан. Ну, пожалуйста. Надо уже добить этот гребаный косарь подписчиков до конца лета. Ладно, парни, все. Всем пока.